Друзья, всем привет, с вами Пират, и сегодня мы поиграем в игрушку под названием Dawn of Man. Стратегию про доисторических людей, про их выживание, да, и очень интересная тема для меня. И давайте посмотрим, игрушка только на английском языке, что очень печально, могу много тупить, но я думаю, мы разберемся. Давайте, новая игра, You have completed tutorial. Нет, не хочу я туториал проходить. И вот у нас есть фриплей, да, челлендж есть, которая все закрыта, и комьюнити тут что-то вылаживает, то пока что ничего нету. Ну ладно, давайте фриплей возьмем. Continental Down, да, то есть рассвет континентального выживания, ну хорошо. Так, settlement name, да пускай будет стандартная локация. То есть мы выбираем, вот где мы можем поселиться, да, есть много локаций. Game mode Normal, Hardcore. Ну, поиграем на нормале, потому что сегодня будет такой обзор геймплея и вообще игрушки. Давайте поселимся, вот я бы хотел возле реки, серьезно. А можно возле реки и сразу же возле моря. Можно в пустыне где-то. Riverwork, Motion. Это вообще в горах где-то, Motion Lake. Давайте Riverwalk. Forest River. Все, я вот это хочу. Forest River, просто лесная река. Нажимаем старт, поехали. Так, ну что ж, вот у нас загрузилась игра. В принципе, тут должно быть все интуитивно. Да, WASD, QE, крутится камера. Колесиком приближается и... В принципе, у нас есть 7 человечков, да, показано. Knowledge. Не знаю, что это. Температура 10 градусов. Весна. Что это мы можем добавить, да? Еще что-то можем добавить. Так, блин. А, General. То есть, ресурсы можем посмотреть. Хорошо, я понял. То есть, вот так вот здесь мы будем смотреть ресурсы наши. Что еще? Animals. Но этого не надо. Хорошо. Так. Вот такие вот у нас хижины есть. Тент. Да, вот наши жильцы. И для начала я даже не знаю, что... Идите собирайте какие-нибудь веточки. Вот, например, вот здесь вот. Стикс, да. Охотьтесь. Конечно же, надо охотиться. Только вот... Где? Ага, вот здесь есть какие-то... Олени и тому подобное, да? Но это может быть тут и саблезубые тигры. Вот так вот. Я не уверен, что они сейчас пойдут этим всем заниматься. Мне кажется, нужно для начала назначить их на должности, да, вот этих охотников и тому подобное. А скорость 1, 2, 3, да, все так и работает. Вот, game speed 1, 2, 3. Нет, пошли все-таки охотиться. А здесь покажется, что он охотник. Я не думаю, что здесь должно... показывать. Так, ну вот уже собирают дрова у нас. Здесь ребятки пошли охотиться. Хорошо. Что еще есть? Можно на рыбалку отправить. Отлично. Вот здесь вот рыбачьте. Сейчас поотправляем, ну, то есть разметим. Собирать. Вот. Убили одного какого-то горного козла или что-то типа того. Камень. Да, вот здесь вот. Собирайте камень. Хорошо. Ну, люди у нас, конечно, тупые по-любому, потому что это первобытные люди. Ага, мы можем еще вот так вот сделать. А как назад раскрыть? Так, нет, это game menu, help, game speed. Ох, ё-моё, вот оно что. Мы можем видеть здесь, вот где рыбку ловить, где деревья рубить, да? Много всего. Ага, это, наверное, в горах мы даже можем видеть различные хрени. Ну, прикольно, через таб. Неплохо. А что нам покажет по охоте? А, вот, видите, какой-то у нас тут есть... Ух, буйвол. А, носорог вообще! Ух ты! Мы можем нажать вот так вот. Сейчас они пойдут на него охотиться. Я бы посмотрел на это. Так, хорошо. А... Манеж, статы, ресурсы, да, но это вот различная такая хрень.
Я бы хотел глянуть, как они сейчас вальнут носорога, либо же у нас станет немножко поменьше жителей нашей деревни. Хорошо, давайте зайдем в строительство. Мне интересно, как понять, сколько людей у нас под крышами, сколько нет. Групп ресурсы. Нет, не то. Не то, вообще не то. Defense. Еда. Еды 0 показано, похоже. Но у нас вот есть рыбка. У нас есть какие-то штуковины. Что, не охотятся уже на него? Нет, они, похоже, до него не пошли. Ну и фиг с ним. Вот здесь у нас целый кусок мяса лежит, я надеюсь, его заберут. Вот, они не сюда, куда-то мяско. Но они по хижинам волочат. Хорошо. О, атакуют, да, атакуют они этого оленя, здорово. Ух, ядрать. Может, зря все-таки я пошел на него. Так, тут уже хп мало у чувачка. Все, олень уже даже... Олень. Носорог. Но он лохматый, что самое интересное. Давай только не убей моего мужика. Все, хорош. Да, неплохо. Неплохо это было. Блин, что строить-то? Резиденция. Тент у нас есть. Storage. Ага, вот. Storage тент. Подожди, раз тент, два тент. Это крафтерская, да? Вот они делают тут одежду. Одежду делают. Что это еще? Это пускай делают тоже. То есть это какие-то наконечники, да, с камня. Wooden spear, то есть копье и деревянный гарпун. Это тоже пускай делают. Почему бы и нет? Хорошо. То есть... Tent storage... Здесь мы можем сохранять ресурсы, я так понимаю. Шкуру. Или это нужно... Нет, это нужно ветки и шкуры. Вот, вот здесь мы будем сохранять наши веточки. Все, сейчас мы разберемся потихонечку. А здесь мы будем сохранять наши камешки. Отлично. Уже неплохо. Давайте ск... А, у нас есть даже, смотрите, вот есть у нас тоже здесь такая же фиговина. Ну, пускай будет две. Ничего страшного. Тут мясо разделывают. А что это еще валяется? А шкура валяется. И мясо вообще, хреново туча мяса валяется. Отлично. Нам бы какие-нибудь лечебные травы. Еще бы, было вообще бы неплохо. Так, хорошо. Что здесь? Пока что больше ничего нету. Я думаю, когда-нибудь они научатся это делать. Огонь. Крафтерская у нас есть. И skins dryer. Это то есть... Вот здесь мы будем наши шкуры сушить. Z, C. Мы их перекручиваем. Но... Да, нет. No storage. Инфекцию подцепили. Офигеть, блин. А ну давай-ка вот так вот. Ой, стой, стой, стой. Даже две вот таких поставим. Почему бы и нет? Да, пускай две. Чего вам надо? Блин, чуваки, короче, если кто в курсе... We have flint. А, мы имеем камень. Они первый раз увидели камень, похоже. Отлично, отлично. Да, вот этот чувак у нас заболел. Инфекция у него. А я хрен знает, как его полечить. Вот мы можем, да, сеять различные. Но это нужно сделать, по идее, нам. По идее, нам нужно сделать какую-нибудь тяпку или что-то того. Но здесь, похоже... Так, а вот оно показывает, что может делать. Ну, молоток, флинт. Нет, это все оружие, как я понял. Вот здесь вот в крафтерской only оружие делается. Вот кожу мы делаем. Кто-то помер или что? Да, у нас чувак помер.
have no flint. Ага, сейчас наоборот нету камня. Так я же поставил вам точку, где камень добывать. Что вы от меня хотите? Давай максимум 2 их сюда. Ага, вот тут можно даже назначать определенное количество народу. Куда мы будем сколько отправлять? А как нам посмотреть бы... Так, у нас всего-то 6 человек. И дров уже нет. Почему дров нет? Мы же... Ну да, у нас все тут пусто. Печалька. А, на дрова. Вот, тоже пару человек отправим. Да и охотиться нужно. Забирать вот эти стики. Возможно, нужно вручную направлять. Ага, вот. Охотиться пускай один. Один чувак пускай охотится. Так. Да, нет у них камня просто. А чтобы, наверное, камень добыть... Стоп, он тут... Круговую нам не нужно. То есть... Ага, у нас хреново туча уже спиров. На рыбалку и одеться есть, и мясо у нас есть. В принципе, все у нас есть. Вот шкуры понесли. Блин, что же они от меня хотят? Интересно-то как. Resource decay. Ресурсы заканчиваются или что? Mass resource and tools decay over time. Decay is also tools are used. Блин, ну короче, либо они мне пишут, что есть у них все, что надо, вот юзай не хочу. Либо что-то другое. Но он шкуры у нас. Я понял, что нет камня. Япона, мать. Давай сюда отправим 3 просто на камень. Они у нас бесконечно носят шкуры. 10 шкур уже лежит. И они опять пошли на шкуры. Как мне их отправить сюда? Ага, приоритет. Нет, это следующая зона работы. Ну блин, а как мне их поотправлять, чтобы они работали обязательно, я не знаю. Даже. Давайте везде здесь поставим по одному. 1, 3, 1, 1. Все. То есть 1, 2, 3 там. Knowledge. Что такое building different time? Блин, капец, как... Вот камень, вот то, что камень не моя, прям уверен. Но, возможно, нужны какие-то приспособления, чтобы добывать этот самый камень. Иначе по-другому они не пойдут. Что это? Флинт. А, вот, вот так вот, забирайте этот флинт. Вот этот флинт забирайте. Вот этот флинт забирайте. Так, а вот трава какая-то есть. Да, скосить я ее не могу, потому что нечем, скорее всего. Все, чуть разобрался. Они камень не добывали чисто из-за того, что его нечем рубить. А вот трава есть. Смотрите, ягодки собирай. Так, пшеница растет. Еще что-то. Ну, это горох, похоже, да? Да, похоже на горох. Ну, блин. Уже лето. Скоро зима, у нас не особо что-то есть. Тут как бы все тяжело. Даже деревьев нету. Еду готовить постоянно на костре, но это понятно. Давайте вот эти тоже сухостой, этот собирайка. Блин, нам бы как-нибудь, типа, прокачаться, да? Я думаю, что нужно поставить такой вот... No storage slot left. Какого тебе нету? Давайте на берегу вот эту хрень поставим. Где-то вот здесь вот. Типа, я вот не пойму, что, вот это, что это за сообщение такое.
Вот чувак пошел ловить рыбку, большую и маленькую. Руками? А нет, он, наверное, не может ловить рыбку, потому что у нас удочки нет. Стопудово, он сейчас воды попьет просто и все. Мне интересно, как мне построить... Ну вот, металлургия тут откроется, еще какая-то хрень. Сториджи у меня все стоят. Тент построить еще один. Ну их и так шестеро. Сторидж. Ну, что ты хочешь от меня, блин? А у нас... Я только заметил, что у нас слева то же самое, что и справа вот есть. Понятно. Да, очень хорошо. Сторидж. Вот тебе и под ветки, и под камни, и... А, storage tent. Вот это. Короче, блин. Серьезно. Давайте вот здесь вот тебя где-то. Вот так я тебя поставлю. Storage. Вот оно, storage. Что ему нужно? Возможно, ты даже не представляешь, что туда слаживать будут. Если здесь нарисовано, что шкуры и тому подобное. То что они здесь будут? Давай-ка, четвертую скорость. Поехали. Быстрее. И камешки. Да, вот построили у нас такую вот хреновину. Возможно, это как-то нас прокачает, но я не уверен, но все может быть. Так, камешки подбирайте, конечно же. Игра сохранилась, это хорошо. Что она сохраняется, не знаю, каждые 15 минут, похоже. Ну или что-то вроде того. Так, что-то мы прокачали. Hunting and Gathering. Да, поставили монумент. Я думаю, что это нам дало какую-то прокачку. Отлично. Уже неплохо. Значит, мы сейчас сможем что-нибудь новенькое строить. Я прям уверен. Да, вот открылась. Food Dryer. Больше стало, по-моему, больше стало. Точно. Только вот как нам это теперь все применить? Возможно, в крафтерской что-то тут нет, тут ничего не открылось. Тут как было, так и есть. Так, ну пока меня опять, ну будем ручную отправлять, что я пока что не в курсе, как это сделать. У нас уже 10 камня лежит, но нужно больше. Вот здесь, да, 10 камней и лежит у нас, да. Вон ягодки почему-то не берут. Что у нас? Все еще лето? Да. Самое. Давайте вот здесь включим лучше General. General у нас тоже есть. Ресурсы есть, групп ресурсы. Во! Давайте как-то групп ресурсы включим. А почему бы нет? И почему вы не строите? Вам нужны еще ветки, да? Хорошо. Сейчас мы вас отправим по ветке. Я знаю, где у вас тут много веточек. Можно вообще восьмую скорость. Нифига себе. Да сейчас сторож уже этот достроится, гребаный. Сейчас мы вам топоры всего накрафтим. Еще одну. О, high priority. Вот так вот. Есть приоритеты. Я вот долго их искал, чтобы приоритеты. Хотя бы на зоны, я надеюсь, тоже найти будут приоритеты ставиться. Как-то было бы неплохо. Да, пока нету топоров и тому подобное, нужно все руками. То есть вот так вот отправлять. Ручками собирать это все. А ну давайте. Ну плохо, что мы одного чувака потеряли, серьезно. А, вот они прокачки. Вот они прокачки, я их нашел. Так, стоп. Технологии. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бум. Так, а что мы можем открыть? Охоту какую-то можем открыть. Я бы открыл. Угу. Еда. А топоры и тому подобное. Можно как-то открыть? Его сколько очков это.
фигня будет различная стоить. Рыбалку вот можно открыть. Собаку завести со шкурами что-то. Тотемы различные, да? И мегалиты ставить. Офигеть. Давайте рыбалку для начала. Вот 4 прокачали. И у нас опять 5 есть. Прокачаем вот эту вот охоту и тому подобное. Тут вообще 15 нужно, чтобы заняться. Мезолитик, неолитик. О, это тут до железного века можно прожить. Так, ноу сторидж. А что здесь будет храниться? Блин, так и непонятно. Хорошо. Нифига непонятно. Food driving. Какой-то там... Slin making и тому подобное. Хорошо. Хорошо. Поехали. Что у нас тут открылось? Здесь нифига. В сториджах нифига, в продукции открылась вот сушка рыбы. Неплохо, только у нас рыбу ловить не могут. Давайте их где-то тоже вот здесь что ли поставим, одну штуковину пускай сушат нашу рыбку. Здесь все как было, так и есть. Ага, вот что-то открылось. Basic Ranged Hunting Tools, да, стандартная, как сказать, тихо, вижу целого оленя, а ну вольни-ка его. Стандартное оружие дальнего боя, вот. Давайте один скрафтим. У нас шкуры есть, но это у нас все есть. Я вот бы пику одну бы сделал, вот эту вот, или как оно там называется, wooden, гарпун, да, гарпун бы я один бы сделал. О, а тут тоже, смотрите, козуля ходит куда-то тут целое стадо переходит. Да вы чего? Ну, всех вальнуть тоже как бы некрасиво. Ладно. Особо крафтить... нечего. Может, нужно ждать прокачек? Как нам прокачать? Вот я хочу, чтобы делать... Вот, нужно было что прокачивать, да. Все, я неправильно все сделал. Вот здесь вот. Но здесь топоры показываются. А нам нужно... Нам бы удочку, знаете, вот топор, чтобы рубить. Но там есть какой-то топор каменный. Возможно, там это все и крафтится. Не знаю. Давайте чуть тоже поскорее сделаем. А что ягодки? Что вам ягодки? Вот, иди, атакуй. В атаку. Опа, подкрадаемся. Огонь, огонь. И вальнул. Красава. Деревьев нет. Так. Нужно еще веточки собирать вручную. Трейдер has arrived. Какой-то... Ага, приехал к нам трейдер, то есть торговец, да? Это что у него? Есть собаки, рыба, хлеб. А это что у нас есть? Ну, давай-ка мы вот там теперь у тебя один хлеба купим за одну кость. Неплохо. Давай 3 рыбы за кость. И спир. А, мы на 9 аж наставили. Хорошо, давай собаку. О, 146, офигеть, собака какая дорогая. Дерево. Доберем деревом на 10. Что-нибудь еще тебе? На тебе спир. 13. Dry skin. Дорого. О, все, отлично. Махнулись не глядя. Набрали у него там хлебушка и тому подобное. Все, спишь, чешу? Или что такое? Что Z? Ой, дождик пошел. Так, камешка принесете. Еще вот стиков давал отчете мне. Так, а как вот эти вот очки, интересно, с ума, так сказать, зарабатывать?
Давайте еще один тент захреначим. Вот здесь вот рядышком. Их-то 6. Как бы по 3 человека пока что в хижине. Давайте сделаем по 2. Хотя бы. И хотелось бы, конечно, чтобы вы убрали вот это все. О, да, для рыбалки построилась штуковина. Лимиты. Нет, ну это все менеджмент какой-то. Конь ходит, серьезно, ёкарный бабай. О, блин. А, смотрите, да, вот с этой вот херней копьем. Тут целое стадо коней перелазит. Что происходит? Да, вот с этой штуковиной они могут охотиться. Отлично. То есть, давайте вот здесь еще закажем буквально парочку, чтобы у нас... А, у нас их 3. Нет, это стики. А вот они, спиры. Fishing tools. Да, вот 4 штуки есть целых. Бон, гарпун. Слинг какой-то есть. А как нам посмотреть, чем нам дерево рубить? Можно на такое глянуть? Если мы сюда клацаем... Непонятно, чем это делать. Но я уверен, что Wooden Axe нужен какой-то деревянный... Stone Axe, вот так вот. Деревянный топор. И вот, да, нам даются очки за какое-то выживание там, типа. Вот, делают они еще один тент теплый. Нам бы вообще вот хут, теплую хижину какую-то было бы. А мы можем, наверное, прокачать потом, да, вот, апгрейдить можем. А что у нас по вещам? 9 вещей есть. Ой-ой-ой, винтер, зима. Клоусинг. Да, нас, наверное, предупреждают, что нужно, чтобы была теплая одежда. Так. Но я не вижу никого, чтобы какого-нибудь мохнатого оленя опять вальнуть. И с него сделать теплых одежды. Давайте, чтобы у нас постоянно дерево было. Скорость можно на восьмерочке пока что держать. Рыбку ловят, охотятся, это все есть. Да, мы можем сразу даже вот здесь серп и молот. Серп и рука нарисована. Это, наверное, вот эти вот штуковины все можно собирать, которые так просто растут. Понятно. Почему вот показывается, что вот рыбу, например, или... А, вот, надо это наводишь. Спиры, спиры. Это нож, кнайвес, да, точно. Fishing tools. Вот есть именно fishing tools, блин. А я не вижу, чтобы они там дерево как-то рубили. И народу у нас больше не прибавляется. Они что, вообще ни чем не занимаются, так сказать, да? Размножение тут какое-то есть. Я бы... А, есть, детки есть, смотрите. Есть детки. Но это все 6 человек, которые есть у нас, или нет? Ой. Ого, какой бык здоровый. Ну вот напади на него, и он нас вольнет. Не, не будем на него нападать, ну его нафиг. И так без одного чувака остались. Будем каких-нибудь травоядных гасить. Хотя он тоже травоядный, но он может сдачи дать. В смысле таких, что нас не обидят. Может, близко подойдет кто? Ну блин, зима, я хрен знает, что делать. Бычок походил, погулял и убежал. Ну и хорошо. Ну и хорошо. Что у нас здесь? Тут вообще все есть. Здесь тоже, в принципе, почти все есть. Settlement 3. Что с этим? Я не знаю английского языка, блин, мне надо его выучить, наверное. Ну ладно. Так, малое количество еды. Давайте на речке отправим 3. Пускай ловят рыбку. Рыбы-то нет.
Рыбы-то нет. Хай детки ловят рыбку. Попил воды, лови рыбу. Да, вот, охотитесь на рыбу. И тогда нужно все-таки какого-то оленя высмотреть. Ягоды точно уже кончились же. Блин, ну лошадей переходило целое стадо. Я не стал их убивать, там никого. А нужно было, похоже. Чего? Ой, ослика жалко. Ну это чувак этот вальнул, да, который охотится у нас или нет? Да сейчас ослика разрубят. Вот, есть у нас еще 5 очков славы и, или как сказать, развития 5 очков. Тут вообще есть он различные жилы в горах. Весна пришла. Давайте прокачаемся. Я думаю, что вот это вот основное нужно и прокачать. Так, и у нас тут теперь новые штуковины в крафтерской открылись. Да. Вот такая вот Bone Spear, да, костяная. Костяное копье и Bone Harpoon. Костяной гарпун, собственно. Но мы бы уже, блин, добились бы того, что у нас есть и деревья, и тому подобное. А ну-ка. А на него уже охота идет. Знаете, тут целый выводок ходит. Ладно, охотьтесь там сами. Я больше народу на рыбалку отправил. Да, достигли у нас там 10 рыбешек. Наловились, то есть, да? Рыбы 10, а ну где-то посмотреть. Ну вот рыбка, две штуки показано. Но одну рыбу жрать-то не буду, тоже как вариант. Так, ну в принципе мы-то год прожили, немножко разобрались в игре. Ой, я надеюсь, вам понравилось, и мы продолжим в нее играть дальше, уже в следующей серии. Посмотрим, прокачаемся даже получше. Надеюсь, сделаем какой-нибудь каменный топор, которым мы сможем рубить уже деревья и не ходить, не собирать этот хворост долбанный и выйти на какой-нибудь самообслуживание. Да, у нас 9 человек. Что самое интересное, у нас 9 человек. Да, это детки, которые не учитываются, они подрастают и все лучше и лучше живут. Вот здесь у нас рыба сушится отлично. В общем, все у нас замечательно. Вот и мясо они там сушат. Ой, вообще все круто. В общем, ребят, на этом у меня все. Ссылка для скачивания в описании. С вами был Пират. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, оставлять свои комментарии. С вами был Пират, и играйте только в хорошие игры.